Первую двойню, которая родилась в Люберцах в 2021 году, выписали домой. Почти месяц новорожденные близнецы под присмотром врачей находились в центре охраны материнства и детства. Малышкам нужно было набрать вес. Вместе с родителями на выписке из роддома побывали и мои коллеги. О том, что в семье Елизаветы и Александра будет пополнение, молодые люберчане узнали еще в мае. В сентябре их ожидал еще один сюрприз. Во время УЗИ будущим родителям сообщили, что у них будет двойня. Это был удар. Еще непонятно было, это то, что двойня, близняшки, вообще непонятно, мальчик, девочка. Хотелось мальчиков, конечно, ну, отец хочет мальчиков. Но потом, когда узнали, что девочки, это вот намного лучше, прям вот супер. Молодая мама признается, еще до УЗИ она почувствовала, что носит под сердцем двойню, и не ошиблась. Девочки родились 8 января и стали первой двойней, появившейся на свет в Люберцах в 2021 году. В перинатальном центре их оставили практически на месяц. Малышкам нужно было набрать вес. В день выписки с рождением двойни новоиспеченных родителей поздравил глава городского округа Владимир Ружицкий. Самое вам доброе пожелание, поздравления, потому что это реально счастье, они будут взрослеть, вы будете получать удовольствие, особенно когда говорить же начинают, а потом любопытство, мир познают. Поэтому я желаю, чтобы вы таким же образом держали своих внуков. Девочек назвали Александра и Мишель. Сейчас молодые родители все силы направят на их воспитание. При этом Елизавета и Александр не исключают, что в Люберецкий роддом они еще вернутся. Ну как получится. А так года, ну, может быть, через 3. Как раз. За мальчиком? Да, надо за мальчиком. А может и сразу двумя, тем более, что опыт уже есть. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.